Так, ребят, всем привет. Значит, сегодня я вам показываю один из способов, как ловить судака. Значит, как доставить живого живца в место ловли. Значит, единственным условием должно быть, глубина должна быть большая. То есть у вас должен быть спиннинг на высоте. И леска должна быть натянута вот примерно под 45, ну примерно плюс-минус градусов. То есть таким образом мы сможем доставить живца на дно и поймать хорошего судака. Итак, сейчас быстренько пробежимся по снасти, показываю и делаем монтажик. И покажу, как это все происходит. Так, поехали. Так, ну что, ребят, значит, показываю. Значит, вот наш фидер, да, вот наша нитка основная. Вот наша нитка, берем вертлюжочек, берем, заводим один стопорочек, продеваем один стопорочек. Вот так. И теперь момент один. Берем бусину. Любая бусинка, которая у вас есть. В дальнейшем покажу, зачем это все нам нужно будет. Любая бусинка. То ли это резиновая, то ли это вот такая вот фидерная бусинка. Без разницы. Продеваем бусинку. Вот стопорочек и бусинка. Привязываем вертлюг. Так, затянули, лишнее убираем. Так, это все сдвигаем. Вот так должно у нас все, друзья, получиться. Вот. Теперь берем груз. Мне здесь 100 грамм, 120 можно брать, ну смотря какая глубина, какое течение. Вот, и от груза у нас идет 40 сантиметров 0,40 шнур. Ну, можно леску, можно шнур. То есть вот такая должна получиться конструкция. И вяжем наш груз на этот же вертлюжок, на наш. Также это все затягиваем. Все лишнее обрезаем. Так, вот наша конструкция. Смотрите внимательно. Вот, ну и соответственно груз. Вот здесь у нас будет упор. Сейчас покажу все по порядку, зачем. Далее. Друзья, далее наша задача все вот это, вот эту часть, вот эту вот забросить в место ловли. Что мы сейчас и сделаем. Забрасываем наш фидер и наш груз. Итак, нам понадобится джиг-головка, чебурашка. В моем случае это 28 грамм. Метровый поводок, флюорокарбон, тройничок и вертлюжок. Ну, соответственно, живец. Давайте будем собирать данную снасть и покажу, как данной снастью пользоваться. Теперь, друзья, наша задача продеть ушко нашей чебурашки на нашу основную нитку. Сюда вот можно, нужно использовать еще защелочку. Сейчас я одену защелочку, дабы потом нам было комфортно все защелкивать. Так, ну что, я одел защелочку, за американочку. Теперь смотрите, продеваем на основную нитку, продеваем чебурашку, ушко чебурашки. Мы с вами делали бусинку. Вот бусинка для того, чтобы был отбойник, поняли? Ушко чебурашки не проскакивало на груз. То есть вот для чего служит. Теперь одеваем нашу чебурашку.
вот таким образом. С этой стороны, друзья, мы продеваем застежечку. Смотрите, у нас получился вот такой скользящий монтаж, видно, да? Вот он. Сейчас еще больше сделаем натяжение. Вот флюорокарбоновый поводок. Одеваем живца. Сейчас мы поймаем живчика нашего. Вот. Под верхний плавничок. Вот так вот. Ну и теперь самое главное, друзья. Смотрим, опускаем. И наш груз полетел вниз. Подняли спиннинг вверх, сделали больше угол. И все, наш груз. Я чувствую, как по нитке идет наша чебурашка. И когда она придет ко дну, будет удар, мы почувствуем, как в руку отдаст небольшой ударчик. И все, таким образом получается наш живец находится на дне возле груза. Вот таким образом я доставляю живца живого к месту ловли. Ну, кому понравилось, как обычно, палец вверх, подписались. Всем пока, пользуйтесь.